Всем привет, друзья! Многие меня спрашивают, как увеличить подтягивание на турнике. Для многих людей 10-20 подтягиваний – это предел мечтаний. Но как увеличить подтягивание до 40 и выше? Вначале я хочу рассказать свою методику подтягиваний, которая помогает лично мне увеличить мои подтягивания. Для того, чтобы был результат по моей методике, вам стоит заниматься 3 дня в неделю и не пропускать ни одной тренировки. Значит так, методика такая. Вы приходите в понедельник на тренировку, подтягиваетесь, например, ну я не знаю, сколько вы можете подтянуться, например, 10 раз в первом подходе, во втором подходе подтягиваетесь, ну допустим, 8 раз, в третьем тоже 8, в четвертом 7, например, и в пятом, ну допустим, 3-4 раза. На следующей тренировке вы приходите в среду и подтягиваетесь в первом подходе 11. Или 12 раз. Во втором подходе уже подтягиваетесь 9 или 10 раз. То есть с каждой тренировкой вы увеличиваете на 1-2 повторения ваше подтягивание. Каких бы усилий вам это не требовалось, не занимало, вы просто подтягиваетесь и стараетесь делать на 1-2 повторения больше в каждом подходе. Лично мне эта методика подходит, я где-то за неделю-полторы могу увеличить свои подтягивания на 10-15 раз. После того, как вы попробуете мою методику, и она вам не подойдет, ну или подойдет, если подойдет, то хорошо, если нет, то я могу посоветовать вам 30-недельную программу тренировок для увеличения подтягиваний. Эта штука определенно точно должна помочь. За это время вы сможете увеличить свое количество подтягиваний от 0 до 82. По этой методике следует заниматься 6 дней в неделю и между подходами делать перерыв 2-3 минуты. Не жалейте себя, и тогда организм вас поблагодарит прекрасным и рельефным телом. Итак, сейчас вы на экране можете увидеть 30-недельную таблицу тренировок. Она очень сильно похожа на мою программу тренировок, мою методику, но очень сильно затянута. Тут нужно делать будет 30 недель. Но результат, конечно же, даст о себе знать. В этой программе тренировок тоже 5 подходов, но каждую неделю вы должны, увеличивать по одному повторение. Например, в первую неделю вы делаете в первом подходе 6 повторений, во вторую неделю 7, в третью неделю 8, в четвертую 8, в пятую 9, в шестую 10, в седьмую 10, в восьмую 11 и так далее. Практически каждую неделю в любом из подходов увеличивается количество повторений. В итоге, если вы в первую неделю в общей сумме сделали 23 подтягивания, то уже на последнюю неделю, на 30-ю, вы сделаете 82 подтягивания, судя по этой схеме. Друзья, я надеюсь, вам помогла эта информация, она была полезна. Если это так, то поставьте лайк, покажите это видео своим друзьям. И до скорой встречи в следующих видео. Пока!